конюшенная расположена между улицей Пологой и переулком Тельмана в Уссурийске. Исторически название места связывают с семьей Илюшенковых. Согласно одним данным, отца и сына с такой фамилией убили в окрестностях холма. По другой информации, та же участь настигла женщину. Все потому, что в те времена шла Манзовская война, и на семью напали хунхузы – китайские бандиты. С тех пор на всех старых картах сопка подписана как Илюшенкова. Позднее название трансформировалось в Илюшину. Исследователь Николай Тихменев подробно описал события Манзовской войны и не обошел вниманием уничтожения села Никольского, современного Уссурийска. Шел 1868 год. Одна колонна хунхузов, которых также называли манзами, составом в 500 человек направилась от поста Стрелок в направлении села Никольского к жилищу богатого дельца Супутина. Отпор врагу были отправлены давать всего 28 солдат с 25 ружьями. Такое распоряжение дал капитан Халевинский. Офицер имел в своем подчинении до 170 человек в Раздольном, но посчитал Никольское менее важным объектом в военном отношении. 15 мая манзы подошли к Никольскому и заняли все окрестности. В столкновении русские численно сильно проигрывали. К тому же часть из них была мало знакома с военным делом. В результате защитники Никольского отступили и отправились в камень рыболов. По пути прикрывали крестьян и изредка отстреливались. Потери составили несколько жизней и сожженная до основания манзами деревня. Однако, если бы капитан Халевинский правильно оценил важность села Никольского как главного узла путей сообщения и вовремя занял его всем составом, то удалось бы достойно встретить сопротивление. И тогда манзы отправились бы обратно к верховьям реки Лифу и не ушли безнаказанно. Теперь же Илюшина сопка – это прекрасная видовая площадка с шикарной панорамой на город. Место приглянулось для прогулок влюбленным парам за романтичную атмосферу. За это в народе возвышенность даже переименовали в сопку любви.